Здравствуйте, мои дорогие! Мы сейчас сделаем с вами опять перекличку по красочкам. Какие у вас есть красочки? Значит, я тут все накидала и кисточки. Мы сделаем и красочки, и кисточки. Сейчас начну убирать и одно за другим вам показывать. Значит, смотрите. Тема акварельные краски. Есть. Что есть? Значит, есть Невская палитра. Это вот эти белые ночи. Это дорого, да? Вот они дорогие. А я вот для себя использую, я очень люблю вот этот сонет. Он, может, не так красиво упакован и не так шикарен, но мне он абсолютно безразличен, потому что я очень люблю цвета, и я очень люблю ими рисовать. Значит, они дешевле, они стоят полцены с этих белых ночей. Есть украинские роса, я не знаю, что там у вас все есть. Все, что у вас есть, показывайте мне. Опять же, если у вас ничего нет, то думайте купить вот этот ценец, потому что это самый дешевый вариант и самый классный вариант, да? Вот у меня вот белые эти ночи, видите, вот они у меня 36 цветов, и они у меня так по-сумасшедшему упакованы. Сейчас посмотрим, как они упакованы, если я их открою. Вот. Но это все не нужно. Вот эти деревянные... Вот есть там очень красивые дорогие упаковки. Это все вам не нужно. Вам нужна вот эта белая тарелка. Просто обычная белая тарелка, чтобы мешать эти красочки. И что вам еще нужно? Вам нужен вот такой вот распылитель воды. Он вам нужен будет для всех техник. Мы вот им будем краски разбавлять, на бумаге пшикать и так далее. То есть вот эта пшикалка вам обязательно нужна. Так, это акварельная. Теперь вот эти хотела вам показать, как они там упакованы. Причем вот эта вот вся упаковка, вот это вот все. Видите, тут такая белая коробка. Ну, не могу открыть, тут белая коробка такая классная. Это все деньги, да? Это вот все стоит деньги, деньги, деньги. Потом вот у меня есть такая Эколайн, которую я безумно люблю, которую я рисую. Значит, что это такое? Сейчас я вам возьму бумажку акварельную. Это... акварельные краски, которые... это как чернила акварельные, да? И вот смотрите, что тут происходит. Вот я беру эту красочку. Это я очень люблю. У нее пипеточка есть. И что классно у этого Эколайна, у них 670 цветов. Видите, вот Эколайн, там у них номера, да, вот у них там 670 цветов. И смотрите, что тут происходит. Вот когда я начинаю работать, это я вам все показывать буду. Видите? Вот у вас получается там, ну тут много всяких вариантов с этими эффектами поиграться. Но это я вам к тому, что обычной акварелью этих эффектов не добьешься. И, конечно, вот эти вот концентрированные, они нам дают эти классные эффекты. Поэтому, если есть возможность их где-то организовать, то думайте об этих... То есть, еще раз, это вот этот Эколайн, да? Так. Нет у вас всего этого, да? Ну, нету. Ну, и ладно. Это не важно, что у вас есть. Самое главное, что... Пункт один. Мы не работаем маслом вообще на этом... На этом марафоне нет масла. Мне нужно все, что разбавляется водой. Идем следующее. Значит, следующее есть темпера. И есть гуашь. Разница между гуашью и темперой. Гуашь, когда она сохнет, она теряет 70% интенсивности. Вот взяли такой черный цвет, ну, смерть врагам. А оно стало серое, как серые дни. Вот, то есть темпера не так теряет цвет, и темпера может быть на казеине, то есть это клей. Вот, ну тут разные есть варианты, это химические варианты всегда. Значит, это все не важно. Что у вас есть, покажите мне, потому что это все можно разбавить водой и получить эффекты, которые мне с вами нужны, да. То есть вот гуашь у меня вот в таких баночках, потом вот темпера у меня вот в таких, акварель там есть во всем. Просто покажите мне, что у вас есть. Сфоткайте мне и прикрепите фотографию внизу. Так, теперь мы идем к акрилу. Что есть в акриле? Значит, я работаю акрилом. Я люблю акрил. Я работаю в основном акрилом. Почему? Во-первых, потому что, конечно, самое главное, он быстро сохнет. Это самое большое счастье, да?
А в отличие от масла, масло там можно 100 всяких оттеночков намешать и так далее. А тут надо работать быстро, потому что он сохнет. Краски нужно знать, нужно работать профессионально. То есть это вот более плакативные работы, но для моих вот ярких работ, которые я делаю, акрил – это самый лучший вариант. Что есть? Есть вот такие вот большие тюбики, это в них сколько? 250 грамм, да? Есть вот такие бутылки. А есть маленькие тюбики. Так вот, я вам что скажу. Бутылки никогда не покупайте, потому что остается осадок, и снизу это набрать вот эти вот гуашь, это сдохнуть. Меня это акрил вполне устраивает, тоже водой можно разбавлять. То есть это все можно. Значит, смотрите. Вот есть акрил. Вот такой вот он. Да, эти тюбики побольше. Но я вам одно скажу. Все равно они маленькие. Вам нужны тюбики по 100 или по 150 грамм. Это вам, наверное, сильно большие будут, а это будет вам маленькие. Потому что если мы работаем акрилом, мы переходим на форматы, да, на серьезные форматы. И это все уходит просто с безумной скоростью. А есть еще меньшие. Вот видите, это у меня еще меньшие тюбики. То есть это вообще ни в коем случае вот такое не покупайте. То есть, если как, если вы хотите на попробовать, купите маленькие, попробуйте. Но этого вам хватит вот на такую маленькую картинку. Если вы начинаете выходить на размеры, вам просто нужны другие возможности работать с акрилом. И по цене вот эти маленькие будут стоить приблизительно столько же, сколько и вот такие большие. То есть вы не думаете, что вот это маленькое, а это там, я не знаю, в 10 раз больше, так это и стоит в 10 раз больше. Нет. То есть, может, в полтора раза дороже. Поэтому думайте о том, что имеет смысл покупать вот такие довольно большие. И покупать надо ни в коем случае не в бутылках, а вот в таких тюбиках. Потому что вот эти тюбики очень удобны, потому что краску выдавливаем с конца на начало, и вот эта краска собирается. То есть на мои большие картины вот эти большие тюбики, если вы так в процессе, больше этих, меньше этих, 100-150 грамм, тюбики акрил. И опять же, этим акрилом можно мешать с водой и использовать как акварельные эффекты, если у вас нет. Как я уже сказала, маслом мы не работаем на этом марафоне. На следующем, может, и поработаем. Вот. И вы мне фотографируете все, что у вас есть, чтобы я вообще понимала, что у вас есть. На самом деле, что вам нужно? Вам нужна коробка акварели. Но если меня спрашивать, есть вообще ничего нет, что купить? Я бы купила коробку акварели Sonnet. Она у нас стоит 16 евро. То есть это по сравнению со всеми остальными. И она по качеству лучше любого. Ван Гога, там Рафаэлло, я не знаю, что там есть, Шминки у нас есть и так далее. Так, теперь, ну это вы поняли, да? Это я вам все рассказала. Теперь давайте разберемся с кистями. Что есть? Ну, во-первых, много всякого добра. Сейчас будем разбираться. Значит, есть в кисти плоские и круглые. Вот эта кисть, это плоская кисть, так? Эта плоская кисть, она из щетины. Это щетиновые кисти. Это для того, чтобы маслом и акрилом работать, чтобы не собиралась красочка вот тут вот у вот этого вот... Ну, у начала, да, кисточки, вот этой вот металлического наконечника. Поэтому они плоские. И ими пишут очень классными мазками. Вот. И они мне вот такое вот будет, хотя бы одна кисточка нужна будет, потому что я с вами буду работать еще с тушью. То есть было бы классно, если бы у вас была... Вот у меня китайская рисовальная тушь есть такая вот. Может быть, чернила бутылки, ну, что-нибудь такое. Вот что есть, что подешевле, вот то и купите. Вот это вот китайская у меня вот такая классная. Я ее очень люблю вообще. Китайская тушь самая лучшая. Ну вот. Значит, смотрите. Так, это плоские кисти щетина. А есть круглые щетина. А есть маленькие щетина. То есть обычно есть набор. Они очень дешевые. И ими хорошо тушью работать, какие-то эффекты делать. И, конечно, акрил. Теперь мы переходим к... круглым кистям для водяных техник, то есть для акварели, там, может быть, даже для гуаши. Вот смотрите, вот это французская кисть, белка, которая вручную, вот так ее сделана, она безумно дорогая. Вот, у меня есть два размера, это мне там их подарили, я сама себе и не купила.
А вот есть круглая, синтетическая. Я вам скажу так, если у вас ничего нет, и вы вообще не знаете, что будете делать, купите синтетическую, потому что она стоит 1-2 евро. Я бы эти не покупала. Это дорого. Это дорогие кисти, и они нужны только людям, которые действительно решили, что они профессионально занимаются акварелью. И тогда сделайте 5 моих курсов с синтетическими кистями, а потом покупайте уже себе дорогие. Не нужны они вам. Покупаем синтетические или смотрите, что у вас есть. Вот эти все маленькие кисточки, у меня там куча маленьких кистей, они вам не нужны. Они для людей, которые вот есть такие люди, которые вот такие вот маленькие штучки там что-то вырисовывают и так далее. Я этого делать не буду с вами на этом семинаре. То есть мы вам будем, если мы используем цвет, то мы не закрашиваем пространство. То есть мы работаем цвет как подложка, а потом идет графика. Вот. И, в принципе, вам нужны вот такие вот кисти, чтобы делать какие-то цветовые эффекты, заливки и так далее. Я бы на вашем месте купила вот 2 синтетические кисти, там побольше и средненькую. Маленькие не покупайте. Почему они у меня есть, я вам на этот вопрос ответить не могу, потому что у меня есть все. В таких количествах вы себе не представляете. Вот. Поэтому, значит, вы меня поняли. Одну вот какую-нибудь такую плоскую. И 2 вот какие-нибудь такие. Мне было бы достаточно. И думайте на тему чернила или тушь. Вот очень хорошо бы мне было на марафоне. Я вам покажу пару классных техник. Так, теперь, мои дорогие, вы занимаетесь тем, что мне это все фотографируете и показываете, что у вас есть, чтобы я просто понимала, что происходит. А для тех, кто не знает, что мы начинаем 1 февраля наш арт-марафон. Вот. И все, кому интересно, кто хочет добавиться в наш арт-марафон, добавляйтесь, пишите мне, ставьте мне плюсик в комментариях. Я вам пришлю информацию. Марафон платный, чтобы вы с самого начала поняли, что он платный. Вот. И мы с вами на этом марафоне будем делать жутко классные техники. Все. А сейчас вы смотрите, что у вас есть, и покажите мне. Целую вас, до следующего видео.